сжался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность.